Когда поет любимый хор, смолкают птицы, затихает ветер, и льется песня на простор, чтоб разлететься по большой планете. И замирает сердце вдруг, а песня за собой увлекает, то пляской приглашает в круг, а то грустя, как облако, растает. В восторге зазвенит струна в душе у каждого, кто только слышит: «Ах, песня русская!» Она мечтой, надеждой и раздольем дышит. И трижды слава тем певцам, кто нас приводит в мир хорошей песни и делит радость пополам, грустит, смеется, плачет с нами вместе. Thank you.
мечтательной, проникновенной и светлой музыки в исполнении камерного хора «Певчий». Руководитель – заслуженный работник культуры России Лариса Савитова. Хормейстер Елена Бутикова. Открыла наш концерт замечательная музыкальная композиция «О России петь». Музыка Антона Лескова на стихи Игоря Северянина. Сегодня в нашем летнем вечере, обрамленной прохладой органного зала Омской филармонии, вашему вниманию предстанут части из кантат, месс и ораторий. А также вы насладитесь звучанием народных песен различных стран, услышите хоровые миниатюры и многие другие инструментальные и хоровые произведения. Ставшие своеобразной визитной карточкой многолетней истории камерного хора «Певчий». Летние солнечные яркие дни, наполненные красками природы, уже давно нас радуют и восхищают. И наш концерт не исключение. Впечатления, новые эмоции, буйство летних красок, палитра чувств сегодня объединяет всех нас. И вся наша жизнь состоит из моментов, эмоций, переживаний. У жителей Японии, например, на этот счет есть уникальное качество. Рассматривать жизнь, фокусируясь на самых мельчайших деталях. Минимализм и миниатюра – культурное отличие страны восходящего солнца. Также в их стихах важна недосказанность, то, о чем автор умолчал, да, то есть послечувственность, некий эмоциональный отзвук, сердечный отклик. Вашему вниманию мы представляем хоровые миниатюры Валерия Успенского на стихи японских поэтов Киито на море и Иона Комати. Они дают нам возможность домыслить, дочувствовать все, что осталось за гранью сказанного. Части звучат без перерыва. Что эта жизнь? Исчезнет, как роса. И если б мог ее отдать за встречу, любимая. Yeah.
той любви, что не подвластна нашему разуму. Любовь – это не чувство. Это сила, питающая наше тело. Это разум, дающий нам смысл. Это цель, заставляющая нас желать. Любовь – это и есть наша жизнь. О любви Анна Ахматова всегда говорила простым языком. Была близка к конкретно чувственному восприятию мира, разговорному строю языка. И сейчас мы как будто заглянем в личный дневник молодой, почти 20-летней влюбленной Анны. Сергей Якимов. Фрагмент из концерта для смешанного хора акапелла на стихи Анны Ахматовой «Последнее посвящение». Thank you.
Каждый элемент природы пронизан живыми красками и ароматами. Солнце излучает тепло и свет, заливая все вокруг золотистым сиянием. Небо безоблачно, словно чистый холст. И в этой красочной картине лета звучит симфония природы. Пение птиц, журчание ручьев, шум листьев и шум волн. Это мелодия жизни, которая наполняет сердце радостью и восхищением. Это время, когда душа чувствует себя частью этой великой художественной картины. Сейчас вы услышите завершающую часть патетической оратории Георгия Свиридова на стихи Владимира Маяковского, где каждый исполнитель чувствует себя инструментом, на котором играет природа, играет Вселенная. В этом смысле патетическую ораторию называют эпическим гимном в честь торжества веры, добра и света. Итак, солнце и поэт. Солист Евгений Романов.